Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре VivaStar. В этом уроке мы продолжим разговор о первом инструменте нашем, это одностраничный сайт. И я вам расскажу о более продвинутых способах нахождения целевой аудитории, то есть людей, которым вы можете отправлять ссылку на свой одностраничный сайт, то есть людей, которых вы можете заинтересовать вашей услугой. Вот где этих людей искать? Этому будет и посвящен наш урок. В первом нашем уроке я рассказал о трех простых способах, как привлекать людей на ваш одностраничный сайт. Это размещение ссылок, отправка ссылок в группах, в личных сообщениях. Конечно, это все надо делать, но реклама эффективна в том случае, когда вы общаетесь с людьми, которые заинтересованы в вашем предложении. И вот как находить тех заинтересованных людей, где их брать? Это основная проблема в любой рекламной кампании, потому что мало иметь какой-то хороший продукт, обернутый в виде уникального торгового предложения. Это торговое предложение нужно делать нужным людям, то есть целевой аудитории. Вот первый способ, который вы можете использовать для нахождения этих людей, он уже имеется в нашем одностраничном сайте. Наш одностраничный сайт содержит код, который называется Social Phishing. Это поиск людей. Есть вот такой сайт, ссылку я на него обязательно размещу на страничке. На этом сайте вам необходимо будет зарегистрироваться и с этого сайта получить код. Как зарегистрироваться, как взять код, я расскажу в отдельном уроке. Что позволяет сделать код, который вы получаете с сайта Social Phishing? Social Phishing – это идентификация пользователей. То есть люди, которые заходят на ваш сайт и, например, пока ничего не заказали, ничего не купили, они просто зашли на ваш сайт, пробыли на нем какое-то время. Благодаря коду, который мы вставляем на наш сайт, мы находим контакты этих людей. Все контакты людей, которые были на вашем сайте, вы можете увидеть в своем личном кабинете. То есть вот нажали на кнопочку «Войти» после регистрации, и когда на вашем сайте уже размещен этот код, вы можете видеть людей, побывавшие на вашем сайте. То есть считывается, например, адрес социальной сети ВКонтакте, адреса Инстаграм, адреса их скайпов. Сайт собирает контактные данные их людей. Делает это абсолютно незаметно для человека. То есть человек даже не знает, что его контактные данные считали. Вы можете, щелкнув на нужного вам человека, вот человек, который заходил, вы можете этого человека добавить в друзья, можете написать ему личное сообщение, в котором сказать, что «Людмила, добрый день, вы были на сайте «Здоровье, красота, благополучие», могу вам чем-то помочь». То есть человек будет понимать, почему вы ему пишете, потому что он посетил сайт, а вы владелец этого сайта, и вы обращаетесь к человеку, например, с помощью «помочь», разъяснить какие-то непонятные вопросы. Вот такой замечательный сервис, он позволяет находить вам людей, потенциальных людей, с которыми вы можете выстраивать диалоги вокруг продвигаемого проекта. Ну, в нашем случае это проект «Обучающая платформа». А у сервиса есть платный и бесплатный вариант. Вы все можете зарегистрироваться на сервисе абсолютно бесплатно. У бесплатной версии есть один минус. Данные о людях, которые посещают ваш сайт, приходят к вам с задержкой. Несколько дней, там 2 или 3 дня, и вы получаете данные об этом человеке. Это первый инструмент, который вы можете использовать. А сейчас я расскажу о втором очень эффективном способе нахождения целевой аудитории. Более подробно об этом способе я расскажу в нашей закрытой части, потому что это очень эффективный способ. Но вначале поймите идею. Если у вас даже есть очень хорошее торговое предложение, оно может не всегда работать. Даже для тех людей, которым это в принципе нужно. Потому что есть такое понятие «ложка к обеду». Есть такой еще термин «состояние потока». То есть когда человек что-то хочет, вот в данный момент он ищет какую-то информацию по нужному ему вопросу. И если в этот же момент он получает предложение, решающее его вопросы,
то, конечно, на такое предложение человек очень быстро реагирует и в большинстве случаев реагирует положительно. Я вам приведу очень такие наглядные примеры. Если вы зарегистрировали новый аккаунт в любой социальной сети, то довольно часто, через непродолжительное время, вы можете получить заявку в друзья и затем предложение от какого-то человека. «Добрый день, Игорь! Предлагаем вам раскрутку вашего аккаунта, там тысячи друзей на ваш аккаунт и абсолютно там бесплатно, либо за какие-то небольшие деньги». То есть что получается? Человек только зарегистрировал аккаунт в социальной сети, естественно, он заинтересован в том, чтобы его аккаунт развивался. И тут он получает такое предложение. Конечно, на такое предложение человек будет реагировать значительно быстрее. Либо вы вступили только в какую-то группу по интересующему вас вопросу, ну, например, по вопросу здоровья. И тут же вам приходит личное сообщение, например, от администратора группы, что «Здравствуйте, поздравляем, что вы стали участником, вот у нас есть это и это для вас». Опять же, у человека возникает ощущение, что о нем кто-то заботится, что заботится о том, чтобы его аккаунт развивался, заботится о том, что в группу, в которую он вступил, чтобы получить какую-то очень нужную информацию для него именно сейчас. И в большинстве случаев люди очень положительно реагируют вот на такие сообщения, на такие предложения, пришедшие им очень вовремя. Значит, как это делается? Это делается с помощью инструмента, который называется «Отслеживание вступивших в группу». Реализовать этот инструмент можно по-разному. Самый простой способ, и которым я вам предлагаю воспользоваться, это установить себе ваш профиль ВКонтакте. Это, например, приложение, которое называется «Дезертир». Ссылку на это приложение я размещу под этим роликом. Вам нужно просто пройти по этой ссылке и нажать на кнопочку «Запустить приложение». Приложение можно использовать абсолютно бесплатно. Вы разрешаете работу «Дезертира» с вашим аккаунтом. Добавляете сообщения от дезертира, чтобы они у вас появлялись вот здесь вот слева в меню. Нажимаете на кнопочку «Проверить еще раз». Вся авторизация прошла абсолютно верно. Нажимаем на кнопочку «Можно работать». И сейчас вы можете разместить ссылки на те группы, которые вы хотите отслеживать. Для этого нажимаете на кнопку «Подключить» и размещаете ссылку на группу, которую вы хотите отслеживать. Ну, например, я сейчас войду в какое-то сообщество. Беру эту ссылку и размещаю ее в приложении «Дезертир». Нажимаю «Подключить». Вот у меня появилось сообщество, которое я хочу отслеживать. Вы можете подключить нужное количество вам сообществ. «Дезертир» будет отслеживать эти сообщества, и у вас будут появляться вот такие две колонки. Ну вот, например, как в демонстрации группы по дезертиру. То есть первая колонка – это те люди, которые подключились к этой группе, и люди, которые вышли из этой группы. Все эти люди могут быть вам интересны. То есть все эти люди совершили какое-то осмысленное действие, и этим людям можно написать личное сообщение, поздравить их вступлением в группу и, например, порекомендовать себя как специалиста в этой области, что и объяснить почему, потому что вы, например, несколько лет работаете в области здоровья, у вас колоссальный опыт, колоссальные знания, и вы можете человека, например, пригласить на свою абсолютно бесплатную конференцию. Можно также писать людям, которые выходят из группы, а сделать это можно, просто нажав на кнопочку «Профиль», перейдите на страничку этого человека. Пишите ему сообщение, что «Здравствуйте, вы вышли из группы такой-то. Возможно, вы не нашли ответа на свои вопросы, а я вам, как эксперт в этой области, могу помочь тем-то и тем-то». Благодаря вот этому абсолютно бесплатному приложению вы можете находить людей, целевых людей, с которыми можно общаться. Конечно, приложение «Дезертир» не так быстро отслеживает людей, и вот эти вот данные появляются с задержкой. Это, конечно, большой минус этого приложения, потому что если человек вышел из группы уже день или два назад, он может даже и забыть, что он из этой группы вышел. Поэтому, конечно, наиболее важна отправка этого сообщения именно в момент выхода либо вступления в группу. И вот такую функцию реализуют различные сервисы, которые как раз и занимаются отслеживанием
людей, вступающих в группы. И главное, если этот сервис позволяет отправить сообщение этому человеку, когда он либо вышел, либо вступил в эту группу. К сожалению, все эти сервисы, они далеко не бесплатные и довольно дорогие, ну, с моей точки зрения. Хотя сама функция абсолютно не требует каких-то больших энергозатрат. Поэтому в закрытой части нашего тренинга мы предоставим вам скрипт, который будет автоматически отслеживать нужные вам группы, анализировать профили людей, которые входят либо выходят из этих групп. И если это не ботовые профили, все эти люди будут получать от вас личное сообщение с какими-то предложениями. Скрипт будет доступен всем, кто попадет в закрытую часть нашего тренинг-центра. Отслеживание вступивших людей в группу – очень хороший инструмент, которым вы тоже можете пользоваться для нахождения ваших потенциальных клиентов. И в заключение я расскажу о третьей возможности привлечения людей на ваш одностраничный сайт. Это классический способ, когда вы не просто приглашаете людей посетить ваш одностраничный сайт, а вы приглашаете этих людей выполнить какое-то осмысленное действие. Ну, например, не просто зайти на вашу страничку, а зарегистрироваться в нашей обучающей платформе. Но люди должны понимать, ради чего это они делают. Потому что, конечно, лучше всего приглашать на ту ценность, которую дает платформа. Но сейчас очень много различных обучающих платформ, и если вам не удается донести ценность всей платформы, можно людей пригласить на что-то конкретное, то есть на то, что им нужно именно сейчас, на какой-то лид-магнит. Я вам приведу, возможно, не лучший для вас пример, но чтобы вы понимали, как это работает. Этот пример покажет, как мы находим целевую аудиторию и на что мы их приглашаем. В одном из уроков я рассказывал о сервисе Top Leaders. Кратко, что это за сервис? Сервис, объединяющий людей, которые хотят зарабатывать в интернете и хотят развивать свои профили, набирать живых людей. Этот сервис в основном объединяет сетевиков и людей, которые двигают какие-то инфопродукты в интернете. Людей, которые пользуются этим сервисом, можно разделить на две группы. То есть людей, уже определившихся, это люди, которые покупают на этом сервисе VIP-статус, люди, которые размещают свои рекламные предложения на этом сервисе. Это в основном люди, которых вам с трудом удастся привлечь, не имея опыта и какого-то авторитета, на свой одностраничный сайт, заинтересовать их своим предложением. Но есть и этих людей значительно больше. Это люди, которые пользуются этим сервисом абсолютно бесплатно. То есть люди, которые не покупают на этом сервисе никаких VIP-аккаунтов, люди, которые заходят на этот сервис с целью выполнить ротацию, то есть добавить 20 человек себе в друзья, чтобы попасть в список этой ротации, чтобы получить на свой профиль 10 живых друзей. И вот эти люди, это люди, которые как раз и являются нашей целевой аудиторией. То есть это люди, которые ищут себя в интернете в заработке. Что хотят эти люди? Они хотят как-то быстро и просто выполнять эту ротацию, то есть не прокликивать 20 человек руками. И какое предложение мы этим людям можем сделать? Мы можем им предложить абсолютно бесплатно скрипт, который выполняет за них вот эту ротацию. Скрипт написан, скрипт тестирован, как им пользоваться. Есть демонстрационное видео, как он работает. И вот этим людям можно предлагать наш скрипт за регистрацию в нашей обучающей платформе. Люди будут проходить на ваш одностраничный сайт. И не просто проходить, они будут регистрироваться на нашей платформе. Пройдя регистрацию, заполнив свой профиль, получать возможность абсолютно бесплатно скачать этот скрипт, получить какие-то консультации по работе с этим скриптом. Вот это получается целая цепочка действий по привлечению клиентов. Где можно найти вот этих людей, которые пользуются сервисом Top Leaders? Можно опять же в том же самом поиске контакта написать Top Leaders. Можно написать по-русски, можно написать по-английски. И вот это группы, которые посвящены сервису Top Leaders. Можно подключиться к любой из этих групп,
Можно любую из этих групп поставить на отслеживание, чтобы отслеживать участников, например, которые входят и выходят, и это будет очень живая целевая аудитория. И вы можете работать по списку этих участников. Вы можете их добавлять в друзья, можете с этими людьми общаться, оставлять комментарии на их страничках. И если у вас на странице есть предложение с возможностью скачать абсолютно бесплатно скрипт для сервиса, которым они пользуются, за абсолютно бесплатную регистрацию на нашей обучающей платформе, вот мы как раз и будем получать людей, которые будут выполнять осмысленные действия ради того, чтобы получить нужный им инструмент. Кроме топ-лидерса существует колоссальное количество похожих сервисов. Есть даже целая социальная сеть, которая называется Калиостро, вокруг которой также объединяются сетевики, либо люди, которые пытаются научиться способам заработка в интернете. У этой социальной сети тоже есть ротация, причем не одна, не только с контактом, а по множеству социальных сетей. И для этой социальной сети мы тоже пишем скрипт, который выполняет эту ротацию. Это будет еще один из лид-магнитов, на который вы можете привлекать людей уже из Калиостро в нашу обучающую платформу. Вот это три способа, которыми я вам рекомендую пользоваться для того, чтобы находить вашу целевую аудиторию. Еще раз повторюсь, это люди, которые посещают ваш одностраничный сайт, но не выполняют каких-то осмысленных действий. Их мы будем отслеживать с помощью сервиса Social Phishing. Мы можем отслеживать вступающих и выходящих в нужные вам группы, и мы можем людей привлекать на какую-то ценность, на ценность, которую они могут получить после регистрации в нашей обучающей платформе. Сейчас, на данный момент, у нас уже есть один абсолютно бесплатный скрипт для топ-лидерс и будет скрипт для социальной сети Калиостро. Итак, с поиском целевой аудитории на данный момент мы закончим. Я вам сейчас расскажу, как уберечь свою ссылку от бана. Это очень важный момент, им необходимо уметь пользоваться.